Всем привет-привет! Ну что, я еще закупила себе рост на дачу. Остановиться сложно, особенно когда есть такой выбор и по очень приемлемым ценам. В общем, посмотрела я плетистые розы. У меня роза плетистая только одна. Такая она. Ой, малиново-розовая, что ли, какая-то такая. Оборудовала себе, видите, тут место на балконе, тепличка такая. Закрываю на ночь, потому что у нас тут заморозки ночные. Хотела увезти на дачу, но нет, вообще морозы прям ночами стоят. Вон, видите, у розы как благоухают у меня тут. Хосты у меня вон тут уже подрастают. Вот. Ну, вот эти розы, слава богу, еще особо не проснулись. Так, вот видите, тут почечки небольшие. То есть еще пока они могут спокойно стоять вот в этих вот кулечках. Так, вот такие вот кулечки такие. Сейчас не знаю, если вытащу. Такой вот кулечек. Вот. Такой вот. Такая вот красотень моя будущая. Так, ну, шла я вообще только за вот этой Кэлэ Ростин. И еще я хотела себе розу, как же она называется-то? Не помню, в общем, забыла название. Ну, вставлю в видео. В общем, я шла за двумя розами плетистыми. Вот это Кэлэ Ростин и еще одна, не помню сорт. Вот. Но вот эта Пале Рояль мне тоже очень роза нравится. Я как бы вообще ее видела, как она растет, цветет. Посмотрела еще в интернете про нее. Конечно, шикарная роза. Но. Вот Кэлэ Ростин, допустим, да, она более такая вот, скажем, не капризная по отношению к Пале Рояль. Ну вот, насколько я вот поняла по видеообзорам, Пале Рояль может капризничать. Ну, вообще, конечно, любая роза может капризничать. Ну вот, мне кажется, вот все-таки Пале Рояль, она немножечко подкапризная такая розочка. Ну, в общем, купила все равно. Сначала взяла себе вот эту Кэлэ Ростин. И постояла там в магазине, почитала про вот эту. Краун принцессы Маргарет. Роза Шрап, английская. Вот. Вот сначала я взяла вот эти две. Ну уж продавщица говорит, что ты берешь две, да? Возьмешь сразу три. Тем более, что цена действительно прям копейки, на удивление. Она говорит, бери, пока цены не взлетели. Ну, в общем, жадность, дело такое. Взяла я вот эту Пале Рояль. Надеюсь, что она оправдает все-таки мои ожидания. Вот здесь, конечно, прям такие мощные стволы. По сравнению, да, вот, допустим, вот здесь прям такая вот тоненькая. И вот здесь тоже такая достаточно, ну, не толстые сучочки, так скажем, да, веточки. Здесь прям, ну, вообще прям вот тонюхонькая. А здесь прям такая, ух. Ну, вот, вот эта роза может быть до 2,5 метра куст. Вот, вот такая она. Красота. Аромат у нее. Ну, вот написано 2, но вообще вроде говорят, что она очень пахнет. Вот. Ну, не знаю, посмотрим. В общем, взяла. Нет у меня оранжевой розы. Очень хочу. Решила до следующего года уже ничего не ждать, ни до осени не тянуть. Тем более, действительно, так цены растут. Не знаешь. Да и будут остатки уже. Не хочу.
И так уже вот эти розы я забрала последние, то есть учитывая, что привоз был недавно, и уже подрасхватали вот такие вот розы, очень быстро разбирают. Вот, вот такие вот красавицы. Так что вот, вот эта вот роза Шрап английская Краун Принцесса Маргарет. Видите, она такая с окантовочкой белой. Оранжевая с окантовочкой белой. Вот это Клэр Остин. Она такая белая с бежевым. Но если она будет, допустим, большую часть времени стоять в тенечке, она будет такая более такой кремовый цвет у нее будет, более насыщенный. Вот. Если на солнышке прям, то она будет более белесая. Вот. И вот это вот Пале Рояль. Она такая в розовоту немножко, но она тоже белая, но как бы немножко в розовоту такую. В общем, очень красивые. Вот. Так что вот такое мое приобретение. Только никак до дачи я не доберусь. Уже тут целый огород развела цветов этих. Еще в холодильнике сколько лежит. Вот у меня там тоже хосты. Но они у меня вот тут стоят. Сейчас я их розочки уберу, сюда поставлю. Ну, так вот у меня тут все дело. Ну ничего, нормально, кстати, стоят. Не холодно им на балконе. Утром было плюс 6, плюс 7. Я их еще утеплителем сверху прикрываю белым. То есть помимо вот этого тряпочного утеплителя я еще плотненьким прикрываю. Ну и ничего. Ждут свое время. Ничего страшного. Все скоро будет. Ну все. Всем спасибо, кто со мной. Всем до новых встреч. Пока-пока.